Независимое телевидение Севастополя продолжает рубрику «Мнение». Ежедневно в эфире нашего телеканала ответы севастопольцев и гостей города на вопросы, которые интересны, актуальны и злободневны. Корреспонденты НТС работают на улицах города и предоставляют гражданам возможность высказать свое мнение по вопросу дня. Сегодня мы спросили горожан, какое впечатление производит на них обновленный Парк Победы. Исключительно положительное, как может разве быть? Разве могут быть плохие впечатления, исключительно хорошие. Зелени бы побольше. Еще площадка детская маловато для детей. Детей много в очереди стоят. Не пристало ребятишкам с таких лет в очереди стоять. Фонтаны не работают. Плитка кривая. Не доделано. То есть 9 мая парк не сдан. Пока еще рано говорить. Еще много работы у подрядчиков, как видно. Зелени мало. Сейчас будет летом здесь полная сковородка. В первую очередь, что парк должен оставаться парком, а не бетонной площадкой. Моей радости нет предела, честно говоря. Вроде бы как первое впечатление складывается хорошее. Фонтан, опять-таки, только не успели посмотреть, что вчера вот вечером думали, что будет работать. Не успели, думали сегодня. Сегодня днем не работает. Ну, что сделано уже. Вот вы же сами видите, что уже совсем другое дело, чем было. Будем ждать, когда все сделают, потом уже будем смотреть по ситуации. Ну, понятно, еще же не доделали, как бы хотелось бы, понятно, больше цветочков, клумбочки какие-то, чтобы вот красивее было. Туалетов бы поставили, потому что шалманов много, я не знаю, как они там. Из того, что сделали, очень мне нравится, очень красиво. Все сразу не бывает, но впечатление очень хорошее. Полную версию программы «Мнение» смотрите после вечернего выпуска новостей и в течение дня. Какой вопрос задать, решают не только журналисты НТС. Вы можете предложить свой вопрос на общегородские темы, позвонив в редакцию независимого телевидения Севастополя по телефону 59 00 62.